По обеим сторонам Ракитовского шоссе на пересечении с Московским уже четко видны очертания свода будущего тоннельного путепровода – северная и южная рампы. Сейчас строители планируют соединить эти две конструкции в единый тоннельный проезд, для чего необходимо убрать участок шоссе, разделяющего рампы. В ближайшее время этого участка дороги здесь не будет. Сейчас дорожники снимают асфальт, потом уберут щебенку, а затем раскопают тоннель, в котором и начнется строительство путепровода. Проезд автотранспорта при таких работах, естественно, исключен. Ракитовское шоссе перекрыли, на подъездных путях и связанных с шоссе дорогах установлены знаки. Строители просят автомобилистов быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут. У нас два пути. Либо повернуть на Волжское шоссе и там по Демократке потом попасть в город. Либо проехать прямо. Все. Ну да, других нету путей. Теперь поворота не с города. Ни на выезде из города, ни на въезде из города нету на Ракитовское шоссе. Это надо будет объезжать через Упчининовку. Пробки неизбежны, говорят строители, и потому ведут работы и днем, и ночью без перерыва. Торопятся успеть открыть прямой проезд по туннелю до 1 сентября. Кольцо на месяц позже. Напомним, на пересечении Московского и Ракитовского шоссе строят развязку в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. После реконструкции схема движения по Московскому шоссе станет проще, безопаснее, а пропускная способность его увеличится. Марина Матвеевна, Станислав Левин, события.